Всем привет! Я давно не делала видео. Дело в том, что я была очень сильно больна. Я заболела очень сильным гриппом. Я настолько была больная, что я думала, что мне будет конец, что я не выживу. Но большое спасибо моей маме, которая приехала и была возле меня 3 дня, и я еле-еле вычухалась. И вот я хочу начать свое видео. Хочу вам сказать, что у нас за окном сейчас минус 25. Вот. И очень сильно холодно, и поскольку я была больная, я вообще 2,5 недели не была в секонд-хенде. Но я вам покажу, что я купила до того, как я заболела, потому что я не показывала. Значит, перед вами стоит, как видите, это кухонный миксер. Не знаю, есть люди называют это комбайн. Комбайн, миксер, whatever. Это от компании KitchenAid. И вы знаете, мы его с мужем включали. Я его пытаюсь повернуть, вам показать. И он работает. Он работает. Значит, вот эти вот. Вот эта вот такая пластмассовая штука. Она вот так вот одевается. Я сейчас не буду это одевать, знаете, чтобы оно точно вот так было. В общем, вы видите, это вот сюда вот вливается, это для того, чтобы, когда оно мешает, чтобы не летели эти брызги. Значит, вот эта штука, она вообще отдельно продается, но это все было вместе. Все эти насадки. Значит, вот эта пластмассовая, она сама по себе стоит 12. Но в секонд-хенде я все это, все, что вы видите, плюс... Сейчас я вам покажу. Вот эта насадка. Вот эта насадка. Это из металла, кстати. Это металлическая, это не пластмассовая. И вот эта насадка. Вот это все вместе с вот этим вот. Все, за все это, включая сам этот миксер KitchenAid, я заплатила $9. Я не знаю, я сняла с него цену или нет. Сейчас попытаюсь показать, где была цена. Я не помню, сняла я цену или нет. Он очень-очень-очень тяжелый. Очень тяжелый. Ага, вот здесь его цена. Здесь. Не знаю, видно или нет. Здесь цена... Это 10,99, да? Но мне еще дали 30%. Или 20. По-моему, 20. Потому что я заплатила 8,90. В общем, считайте 9. За вот это все. В магазине такой стоит где-то 200 с чем-то. Не меньше. И у нас такой, только у нас на кухне стоит красного цвета. И видите, этот, он называется классик, а наш называется артисан или артишан, как его называют. Мы за наш платили 350 новый. И вот я за, считайте, $9, да, купила этот, и он работает. Так что вот так вот это, знаете, никогда не знаешь, на что ты там нападешь в секонд-хенде. Следующее, я бы хотела бы вскрыть эту посылку. Это я покупала ношеные туфли на eBay. И я это получила где-то уже почти месяц назад. Давайте с вами сейчас вскроем вместе. А туфли эти я заказывала, это должны быть балетки. От компании AGL. AGL это тоже очень дорогая компания. Как его зовут? Я не помню точное имя. Там Альберта что-то. Что-то такое. Я не помню. Я вставлю фото. Я не хочу тут так резать, чтобы это по столу ножницами не пройти. Давайте с вами посмотрим. Так, мне их завернули. Это все, они здесь, значит, газету, бумагу, видите. Больше здесь ничего нет. И они мне их прислали в обычном кульке. Сейчас,
чтобы на видео было видно. Это кулек, кстати, у нас в магазинах, особенно в русском магазине, такой кулек. На нем всегда написано thank you. Видите, это с дешевых магазинов. Я вот так положу на белое, чтобы было видно. Вот здесь вот я вижу то, что у них на фото не было видно, что это такая, как эта полоска, да. Так они мягкие, это мягкая кожа. Вот это имя, Agile. А, если я могу прочитать. Густеллини, Ломбаруни, в общем, я не знаю. А, они вот такие ношеные, как видите. Я бы сказала, что сильно заношенные. Потому что на фото, когда я покупала, вот этого вот не было. И здесь, что, видите, этот продавец, да, когда он отсылал, он думал, вот это... Ну, так они мне нравятся. Вот это вот имя. А, они, конечно, поношенные, но я хочу сказать, что в магазине такие стоят... Это лайковая кожа, такая очень мягкая, как масло. В магазине такие стоят где-то 450 у нас. 460. Я вот этого не видела. Ну, в общем, вот такие. Я за них заплатила на eBay где-то, по-моему, 36. Сейчас, вот здесь они бумажку выслали. Сколько я за них заплатила? Да. А, здесь вот написано, что я заплатила 29,95, да, плюс отсылка 6,80. В общем, я заплатила 36,75. Здесь они написали thank you. В общем, я их оставлю себе. А, я считаю, что это хорошая для них цена. Они, конечно, поношенные, но я их долго носить все равно не буду. А, но я думаю, на один сезон мне хватит. Я вот такие хотела себе купить. Балетки мягкие. Так. Следующее я хочу вам показать. Вот такую вот сумку я купила. Это у нас был магазин. Он был у нас в моле где-то 6-8 месяцев. И он ушел у нас из бизнеса в нашем моле. Я думаю, что он есть по штатам, но в нашем штате он ушел из бизнеса. Туда почти никто никогда не ходил. Значит, эта сумка, она такая, знаете, как плащевая ткань, как бы я сказала, да. Я особо таких дефектов на ней не вижу. Это от компании, вот это их не логотип, Sea Wonder. Вообще это считается бутик. Я не знаю. Эти ручки, они сделаны, знаете, я бы сказала, что это как, знаете, под кожу сделано. Я не могу сказать, что это кожа. Цвета в этой сумке это красный, белый и синий. Как видите, значит, она в очень хорошем состоянии. Здесь нет никаких вот заносок. Здесь нет пятен. Я пока что пятен не нашла. Мне еще нужно будет тщательнее увидеть это. Здесь вот, вот так вот этот замок открывается. И здесь вот, видите, можно вот так вот это сделать. С этого боку тоже. То есть сумка тогда... Сейчас я если... Могу сделать меньше. Сумка тогда имеет иную форму. Или так загнутые эти наверху, или нет. Я считаю, что эта сумка вообще хорошая для... Знаете, здесь в Штатах есть такой праздник, День независимости, 4th of July. Потому что у этой сумки у нее цвета американского флага. Вот эта большая змейка, она вообще сделана из плащевой ткани. Если слышите это... Змейка ходит как по маслу. Здесь вот карман на змейке. И здесь вот их логотип Sea Wonder. Кстати, здесь это считается бутик. Здесь вот, по-моему, от ярлыка. Здесь карман. Здесь вот тоже два кармана. И она довольно чистая, но она ношенная. Потому что я там нашла волос или кошки, или собаки. Ну, не человеческие. Ну, мне нужно будет ее почистить. И я ее купила. Цена ее в секонд-хенде была... Где у меня 4,50. И я увидела, что эта сумка на eBay ношенная. Продалась за 50.
Следующее я хочу показать. Я купила вот такую вот черную рубашку. У нас опять от известной компании Under Armour. Здесь сзади, по-моему, тоже где-то было написано или нет. Может, это я с чем-то спутала. Вот это вот их логотип. Это U, это A. И она обычно она с длинным рукавом. И я не знаю, у меня муж очень любит черные рубашки. Я ему покажу, потому что в магазине такая стоит где-то 50-60. Если он захочет, может, я ему отдам, а если нет, то я думаю, что я ее спокойно смогу продать где-то за 25, может, чуть больше. Следующее я хочу показать. Я купила, это такая, знаете, называется ветровка. Это такая ветровка. Это компания Majestic. Majestic, они выпускают только такое, знаете, все по бейсболу, там футболу. Вот такая-то спортивная компания. Здесь их вышивка Majestic. Здесь написано Cool Base, значит, что в ней не будет жарко. Я бы сказала, что она очень хорошо сделана. Здесь вот тоже Majestic. Большая такая змейка, это мужская. И это тоже XL. Здесь вот, это Chicago компания, белые носки, White Sox, то есть это их не логотип. Здесь вот, видите, это как белый носок тоже. Она здесь немного была выпачкана, и мне ее нужно будет постирать. Не вижу где. Я не знаю, я вчера видела, сегодня этого не вижу, не знаю, потом увижу. В общем, здесь... И вот, вот такой вот большой карман. Здесь она на такой штуке. Только я не вижу, где здесь. Ага, вот здесь сзади, видите, делать. Можно вот так затянуть. В общем, такая, знаете, симпатичная. А цена ее была 4 бакса. Видите? И я думаю, я ее смогу продать где-то за 25-30. Где-то так. Следующая, это еще одна мужская такая рубашка, тоже большая, она, знаете, имеет такой стиль, я бы сказала, как, знаете, это, ну, армейский, что ли, военный, подвоенный стиль. Это тоже от этой компании Under Armour, видите, она с коротким рукавом, мужская, очень такая ткань, очень такая, знаете, качественная. И здесь этот карман, видите, он на липучке, и что, видите, вот это в сетку, что очень классно, что в ней не будет жарко. И здесь пуговицы, они такие, они скрытые, видите, под вот этой вот двойной, вот так идет. В общем, это мужская, обычная такая рубашка. Не знаю, смотрю здесь, мне нужно будет посмотреть дефекты. И вот это вот, видите, чтобы дышать под мышками, чтобы не потеть. И здесь сзади тоже вышивка Under Armour. В общем, вот такая симпатичная мужская рубашка. Ее цена была 4,50. Я себе мало что покупаю в секонд-хенде, но я себе вчера это купила. Это, знаете, тут такой цвет, даже не знаю, как его описать. Может, я сейчас ближе покажу вам. Это очень мягкая такая штука. И вот, это нитки. Это как, знаете, серые нитки, точечки в таком темном. Значит, что это за компания? Я никогда эту компанию не слышала. Это компания Ava James. Может, кто слышал? Это очень мягкая вещь. А здесь по бокам, видите, такие вставки. И вот это, знаете, как удлиненная, что ли, кофта. Или кофта, или я не знаю, как типа как платье очень короткого, да. Вот такое одеть, чтобы под низом были черные ритузы. И вот эти вот балетки, что я вам показала. И это уже будет, знаете, вид, аутфит такой. И можно спокойно ехать по магазинам в добыче. Она в очень хорошем состоянии. И что самое классное, она очень мягкая вообще. Замечательная такая вещь. Мне она дико понравилась, я ее купила себе. Следующее, что я купила, это, к
Кстати, видите, у нас сейчас на улице минус 22 или минус 25 даже. Жуткий холод собачий. И я, когда в секонд-хенде, я иду по летнему, потому что сейчас мало кто обращает внимание на летние вещи. И летом я смотрю зимние вещи, а зимой я смотрю летние вещи. Видите, я вот нашла новую от компании Ralph Lauren. Это такая жилетка. Здесь написано «пипи», что означает это «петит». Это на, знаете, маленькую женщину. Но то, что она здесь сделана с такими оборками, что ли. И, я не знаю, здесь внизу ничего нет. Обычно, знаете, они здесь логотип пишут. Это, ну, инициалы свои, эти Ralph Lauren, но здесь этого нет. И здесь сзади тоже ничего нет. Ну, обычная такая симпатичная. Значит, цена в магазине ее была вот это вот 40. Сколько они ее в секонд-хенде оценили? 4. Я не знаю, еще подумаю, может, я ее назад отнесу. Не знаю, за сколько я ее смогу продать. Где-то за 20. Потому что это не ходовой размер. Это пипи. Это на очень, знаете, это по пальцам можно этих людей посчитать, на кого это. И нужно, чтобы этой женщине это понравилось, и все. И где мне найти эту женщину, не знаю. Я не хочу, знаете, накупать шмотки, чтобы я с этими шмотками, только потому что они новые, чтобы я с ними сидела там несколько месяцев. Следующее я опять это себе тоже купила. Не знаю, еще себе оставлю или нет, но вид вообще у этого как новый. Потому что я стараюсь не покупать заношенные и переношенные вещи. Это такой, знаете, кардиган. Здесь длинный рукав. И здесь нет никаких, видите, этих, как они называются, ни пуговиц, ни кнопок, да. Потому что он вот так вот сверху одевается. И это от компании GGL. Видите? Если покажет GGL. Так, и у нас эта компания не из дешевых. У нас там их магазин есть в моле, и туда ходят, знаете, очень такие состоятельные дамы. И вот такой вот в этой компании где-то стоит 78. Окей? И это очень классно одевать там джинсами, знаете, сверху. Хотя, сейчас вот цену покажу. 4,50. Хотя хочу сказать, что вы знаете, я люблю, когда длинная. И вот эта вот штука, она довольно короткая. Так что я не знаю, или я выставлю это продавать, или я оставлю себе. Я вот еще не знаю. Но я думаю, что вот это вот одевается сверху, знаете, под низом должна быть длинная такая майка. И когда вот много делаешь таких вот, по-английски они называются лейеры, то есть ты одно одеваешь, потом второе, потом третье, то я думаю, что вот это вот будет неплохо. В общем, видно будет. Следующее я хочу вам показать, что вывезли тачку, и там был мой конкурент, он тут же подбежал к тачке, начал хватать туфли, и я начала хватать все, что я могла хватать. Значит, это такие сапоги. Многие могут сказать, что это грязное. Вы знаете, это такие сапоги, они от дождя. Видите, они абсолютно резиновые. И любые резиновые сапоги будут вот это иметь. Если даже новые. Если вы их один раз оденете. Я знаю, как это снимается. Так что это нет никаких проблем. Значит, они здесь идут на змейке, как видите. Они не утепленные. И это сапоги от компании Hunter. И вот здесь вот логотип. Видите, вот это их не логотип. Какой здесь минус? То, что ну, на одном сапоге, допустим, вот так видно. Вот так вот видно, да? Что здесь вот Hunter. То есть в эти сапоги вообще, по идее, покупаются такие, как я не знаю, как их назвать, или гольфы, или гетры, что они вот так подворачиваются, и потом они выворачиваются, то есть ты покупаешь утепление в них.
эти сапоги, сапоги или ботинки, я не знаю, как их назвать, я считаю все-таки, что это сапоги, потому что ботинки, они бы были посюда бы длины, а то, что выше, я считаю, это уже сапоги. Они идут на такой танкетке, и что классно, что ты их можешь носить, когда, знаете, тепло, но идет сильный дождь, потому что они от воды. А когда похолодает, то ты в них дополнительно покупаешь и вставляешь в них вот это вот утепление. Значит, эти сапоги, они мне их, у них сапоги стали стоить по 6,99, в общем 7, но у меня была скидка, я за них заплатила, вот, кстати, мой чек, я за них заплатила, видите, 4,40, вот здесь вот написано discount boots, видите, 2,59 сделали discount. Здесь вон там вот написано Hunter. То есть у нас это эти сапоги, ботинки этой компании не из дешевых. Они в магазине где-то стоят где-то 200. Есть такие, стоят больше, чем 200. Есть такие, которые стоят там 125. Все зависит от стиля и так далее и тому подобное. А это размер, по-моему, это или 37 или 36,5 на европейский. Давайте глянем, здесь написано, извиняюсь, у меня немного нос заложен, я даже не вижу, USA 7, видите, здесь написано 7 USA, это означает, что это на европейский, думаю, что это будет 36,5, то есть не очень, не для очень большой ноги. Следующее я хочу вам показать тоже вот это стачки этой хапала, что могла. Это вот такие ботинки. Я их хапанула, да? Я их взяла, потому что, ну, я посчитала, что они вообще симпатичные, у них такой современный вид. Здесь, видите, вот эта вот черная такая штука, и она вот так вот растягивается, видите? Здесь из настоящей кожи сделаны шнурки. Эти ботинки идут на вот таком каблуке. Это замшевые ботинки. Это замша вот эта вот. Здесь сзади. Вот так вот. Но я вообще обалдела, когда я увидела, что я увидела. Я увидела, что это ботинки от компании Tory Burch. Это ее логотип. Я это увидела, когда там глянула. Не знаю, там темно и ничего не видно. Здесь видно, здесь нет. Нет, здесь тоже не видно. Но я там видела это на свету, что там выглядело как Tory Burch. Значит, эти ботинки, это, видать, от одного человека, видите, 7,5. То есть это, видать, один человек сдал всю эту обувь. Вот такие вот классные ботинки. Значит, я считаю, что одни эти ботинки должны мне окупить всю вот эту вот мою покупку, что я вам сейчас показываю. Потому что меня спрашивали, как я покупаю. Я вам хочу сказать, что нужно так покупать, чтобы одна вещь, желательно, чтобы одна вещь, максимально две, чтобы одна вещь окупила полностью вашу покупку. А все остальное, чтобы было только плюс. То есть это уже, чтобы было дополнительно. Следующее, это тоже все было на одной тачке. Я извиняюсь, там у меня собаки уже с ума сходят. Делать им нечего, на улицу не идут. Я их на улицу не выпущу. Значит, это такие сапоги. Видите, на вот таком каблуке. И здесь тоже вот эта вот замша идет, вот эта замша. А вот эта вот кожа, видите, такая. И снова вот здесь вот логотип от компании Tory Burch. Я думаю, что я так произношу. Здесь они идут на змейке. Такие, я бы сказала, что они в неплохом состоянии, они, конечно, ношеные. Сейчас покажу подошву. Вот так выглядит. Но дело в том, что на втором сапоге вот эта вот штука, видите, эта штука вообще сделана для того, чтобы натянуть сапог. Видите, она оторвана. Вот это единственный дефект здесь.
Здесь также на этом сапоге их не логотип. То есть эти сапоги, когда новые, они стоят около $400. 380-360 минимально. Значит, на этом сапоге я вам показываю. Видите, здесь эта штука есть. И вот это для того, чтобы тянуть этот сапог, натянуть его. Ну, здесь змейка, конечно же. Но когда ты его одеваешь, видите, здесь тоже все в этом логотипе. Что здесь написано? Я не вижу. Зено Бразилии. Man-made soul. Тоже 7,5. То есть, видите, это один человек сдал всю эту обувь. То есть выглядит, что это какая-то модница. Что она любит Тори Бёрч, Хантер. И мой конкурент схватил еще одни ботинки или туфли. Я честно скажу, я не видела, что это было. Но он это хапанул, и остальное все я стала хватать. Я даже не смотрела, что это. Потому что я, как знаете, дура, там соблюдаю эти правила. Стою, жду, когда эта тачка приедет в пункт назначения, пока этот передо мной просто пошел и начал хапать. Следующее я хочу вам показать вот такие вот штаны. Здесь вот как кнопки идут. Но, знаете, я не понимаю, как это делается. Или с изнанки вот так вот. Я пытаюсь это понять, что-то такое. Тут очень, знаете, непонятно. Вот так вот закатывать эти штаны и потом на кнопки что-то такое. Не знаю. В общем, эти штаны, они женские. И они от известной компании, не из дешевых. Видите, это в секонд-хенде они тоже были. Это от компании Prana. Так, и здесь написано... Не вижу. У меня делает это резкость или нет. Здесь написано, что их цена 79. Так. Это с магазина. И они были, знаете, висели там, где все штаны. Это ни на какой, ни на это не было. Здесь вот они на такой пуговице. И идут на змейке. Самое главное, знаете, когда в секонд-хендах, нужно всегда тестировать змейки и всякие кнопки и пуговицы. Бывает такое, что они не работают. Значит, цена в секонд-хенде их была 4,50. У меня, по-моему, тогда не было никакой скидки. Здесь вот надпись идет ихняя. И здесь сбоку карман. По-моему, он на змейке, он даже не на липучке. Я очень люблю, когда вещи имеют очень много карманов, я не знаю. Вот. Было бы классно, если бы тут деньги были. Кстати, у меня один знакомый американец. Он покупал мужской пиджак в секонд-хенде. Извиняюсь, не пиджак, пальто. И он во внутренний карман засунул руку, и там лежало $600. Знаете, такое бывает, я думаю, один раз в жизни. Но когда вы в секонд-хенде здесь, в Штатах, то не забывайте всегда смотреть карманы. Но поскольку эти штаны абсолютно новые, то почему здесь должны быть деньги, не так ли? Если их цена в магазине была 79, то я думаю, я их смогу продать, может, где-то за 40. Я не знаю, идеально было бы за 50, но я не думаю, что за 50 их кто-то купит. Потому что кто ходит на eBay? На eBay ходят люди, чтобы найти очень классную сделку. То есть, чтобы найти, знаете, вещь вот на оценке. Иначе зачем им нужно идти на eBay? Они пойдут в магазин и купят в магазине.